Доброе утро, друзья. Сейчас иду на работу. Вот такая вот сейчас погода у нас. Сейчас идет дождик. Блин. Показалось, что я вступил в дерьмо, но нет. Это было просто болото. Тут собак выгуливают просто в этом парке. В этом ли, в этом даль. В общем, это парк считается, короче. А вот садик, смотрите. Видите какой? Все такое, да? Серое. Блин, какая-то проволока еще. В общем, иду сейчас, сажусь на трамвай, потом на автобус. И в 9 часов, сейчас 8 часов утра, в 9 я уже буду в своей раздевалке на работе. И в 9.45 мне нужно зайти в цех. Так, я вижу Марину. Точно. Друзья, я приехал на работу. Еще пройти надо немножечко. 3 минуты. В общем, раньше мне казалось, что мне так долго добираться на транспорте. Сейчас я даже и не заметил, когда ехал. Трамвай, автобус, что-то там в телефон поклацал, за окно посмотрел, все, и приехал уже. Ну и сегодня день уже предновогодний, ну, предрождественские праздники, и уже трамваи ехали пустые. На дороге не было вообще движения, мало. Наверное, уже поляки празднуют, и многие выезжают к своим родным где-то по деревням. В общем, идем на работу. Есть и пущий задор молодой. Это праздник рабочей спецовки. Увлекает своей красотой. Я вхожу в заводские ворота. И является песня ко мне. Вся страна — это наша работа. И никто не стоит в стороне. Я смотрю на веселые лица, на стремительный взлет кумача, и на красную ленту в петлице, словно рядом плечо и плеча. Я вхожу в заводские ворота, и является песня ко мне. Вся страна — это наша работа, и никто не стоит в стороне. Заводские ворота, и является песня ко мне. Вся страна — это наша работа, и никто, и никто.